Всех приветствую на канале Fox Mulder. Играем в игру под названием Alyx. Новинка, блять, 2017 года. Так, слушайте, нам по заданию надо сделать вот что. В прошлой серии мы тут что-то бегали, прыгали, что-то узнавали. Вроде каких-то заданий еще сделали. Я, честно говоря, не играл в нее дня три, что ли. И немного подзабыл. Сейчас немного мы с вами все вспомним. А, король, значит, у нас спиздил эту самую, как ее, Alyx. Да, король спиздил у нас Alyx. Значит, еще у нас... Еще нам нужно найти... Кстати, нам надо найти этого самого... Альвара. Альвар, говорят, где-то в яме находится, вот в этой вот... Арнир что-то тоже там, блядь, хочет от нас. Сейчас мы спрыгнем в эту яму, блядь, короче. Блядь, стой нахуй. Так, прыжок-то у нас сюда, да? Давай. Разбежавшись, прыгнув со скалы, блядь. Блядь. О, нихуя себе, блядь. Как ты, нахуй? Ёпта, блядь, я в самый последний момент нажал нахуй на кнопку-то, блядь. Это сам, думал... Летать-то, блядь, на shift нахуй, а нихуя. Летать-то, блядь, на этот самый. Два раза на прыжок же надо нажимать, на пробел, то есть. Сука. Чуть не лоханулся. Арнир, у нас тут... Нас попросил... Кроуни. О, это наш дрон, блядь. У-4? Что ты тут делаешь? Ты же должен был оставаться при мне. Почему ты покинул место аварии? Протокол поддерживания жизнедеятельности номер 7. После предположительной гибели командира, аппарат У-4 пытался... Что-то там. Протокол поддержания жизнедеятельности... После предположительной гибели командора, аппарат У-4 пытался вернуться для ремонта станции. Так. Но вместо этого тебя обнаружили берсерки. Скажи спасибо, что тебя не разобрали на части, чтобы вытряхнуть Alyx. Ты можешь пойти со мной? Системная ошибка, сбой, системная ошибка. Определи системную ошибку. Анализ данных. Незначительные повреждения основных систем, системы защиты и вооружения отключены. Базовая система контроля работает с нарушениями. Ты можешь сам себя починить? Анализ данных. Ответ отрицательный. В данной локации ремонт невозможен. Да уж, было бы слишком просто. Отчет о выполнении цели последнего задания. Основная цель – обнаружение и захват Торальда, главы Ордена Берсерков, известного также как Скиталис. Результат – неудача. Вторичная цель – получение данных, описывающих процесс трансмутации чистого Alyx в ману. Результат – неудача. Третичная цель – проведение разведки в Эдоне для обнаружения слабых мест в обороне берсерков. Результат – неудача. Это может назвать успехом, разве нет? Ответ отрицательный. Статус командной единицы привилегии аннулированы. Смертный приговор вынесен. Что тебе нужно для ремонта? Здесь небезопасно. Поиск. Ближайшая автоматическая ремонтная мастерская находится в севере Абесси. Тогда отправляйся, но я запрещаю тебе докладывать обо мне, У-4. Если кто-то спросит, скажи, что я погиб при аварии. Увидимся в Абессе, в мастерской. Так, мы еще одно задание с вами выполнили. Нашли вот этот вот дрон. Как бы. Ох, ой, что такое. Залежи серы. И что с ним делать? Нам надо, наверное, какой-то типа... Молот, что ли, блядь? Так, ладно, хорошо, я понял. Здесь нам надо найти этого чувака-то, блядь, как его зовут-то? Ёб твою мать. Так. Арнир обеспокоен из-за изгоя. Изгоя нам надо найти, точно. Замеченного в окрестностях Голиэта. Да, точно. Где-то тут изгой должен быть. По идее. Нам на глаза вот тому чуваку, наверное, попадаться не надо. Так как сюда вход-то как бы запрещен.
И мы можем получить просто пизды от нее. И не то, что с волосами, хочу заметить. Тут что за домик такой? Эликсид. Слушайте, вообще надо попробовать, а воровать-то можно же? Пока никто не видит. Вообще, как бы в готике можно было, пока никто не видит там. Раз, пиздануть под шумок. А это что такое у нас? Лесенка. Давайте сходим наверх. Поглядим, что там. Может быть, там еще что-то удастся спиздить, пока никто не видит. И, возможно, не знаю, увидим мы тут этого самого. О, стрелы, блядь. Как вам? Изгоя. Отсюда. Может быть, поглядеть. Возможно, он где-то тут поблизости сидит. А возможно, нет. Ну-ка, давай. Ты чё, не залазишь туда, эй? Чукча. Да ты чё, нахуй? Ух ты, блядь. А я спрыгнуть могу, да? Блядь, а я не могу туда попасть-то. Чё это за дорожка такая? Типа... Сено, что ли? А нахуя она? Или это как бы... А, типа в стены, что ли, какой-то сделал? Заградительный, да? Ладно, хуй с ним. Блядь, ты будешь долго так спускаться-то, нахуй. Я вот лучше так вот сейчас на своем аппарате, блядь. Летательном. Слушайте, я долечу до верха, интересно. Ой, 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 блядь, ебаный в рот. Нет, слава хоть богу, хоть не разбился. А вот здесь надо все обыскать и поглядеть. Может, так, у нас сохранялка, кстати, сработала. Может быть, он где-то здесь сидит. Этот изгой-то, блядь, общество. Раз нас не заметили, значит, там можно, кстати, внизу все попиздить еще. Здесь что у нас? Цветочки. Цветуёчки. Блядь, никого нет вроде, да? Холмы такие, блядь, интересные, конечно. Нет тут никого вообще, блядь. Даже я думал, хоть пещера, может, какая есть. А нет. А нет, товарищи. Это что за устройство такое, блядь? Ну что это, блядь, река? Так, ну давайте, может быть, спрыгнем тогда, что ли? Так, мы в реке. Он плавать умеет? Река мелковата, блядь. Что это такое-то? За устройство? Как кого-то нефть добывать, блядь? Монолист. Монолист. О, мужик какой-то. Эй, мужик! Погоди, какая-то хуйня он тут. Бигби. Что-то знакомое. А его ёбнуть надо, что ли? Я не хочу его бить. А вот ту хуйню надо бы. Все. Бигби. Что-то, блин, знакомый. Что-то вроде кто-то говорил про него. Бигби, ну-ка. Твою мать. Вали нахрен отсюда, ты понял? Тебе проблемы не нужны. Иди своей дорогой, ты меня не видел. Это у тебя будут проблемы. Так ты сюда болтать пришел? Хочешь, чтобы я с тобой поболтал? Сейчас я так поболтаю. Твою мать. Что тебе надо рядом с Голиэтом? Что, уже и постоять нельзя? Будешь людям нервы мотать только за то, что они тут стоят? Чего тебе надо? Как тебе жизнь изгоя? Да сплошная радость, непрерывная, неразбавленная, мать ее. Да ты меня, на меня погляди, не жизнь, а малина. Тебе не нравится быть изгоем? Знаешь что, по крайней мере, это было мое собственное тупое дебильное решение. А эти тупые козлы, они сюда приходят, чтобы их ящеры жрали, только потому, что так им приказал другой. За свою жизнь одно усвоил твердо. Все лучше, чем в чужой куче валяться, блин.
Блять, как быстро они говорят, нахуй. Что ты тут делаешь? Твою мамочку дожидаюсь. А ты как думаешь? Пытаюсь найти какого-нибудь дерьма на продажу. Ты хоть знаешь, сколько техники они собрали в этой яме? Вот только знать-то я это знаю, а добраться до нее не могу. Не удается в Голливуде задержаться надолго. Тебе запрещено появляться в Голливуде? Не то чтобы запрещено, это скорее как «не влезай, убьет». Я просто позаимствовал кое-что, делов-то. Оно им даже не надо было. Говорю же, они много чего ценного в яму швыряют. Ну вот к рукам прибираю и в дело пристраиваю. Ты ждешь Арнира? Все может быть. Возможно, мне даже знаком гаденыш, которого так зовут. Он прислал меня к тебе. И кто ты такой? Мальчик на бегушках? Он так разбогател на наших сделках, что уже гонцов нанимает. Я пришел тебя убить. Какого хрена? Вот сучонок. Слушай, иди к нему и заставь этого ублюдка вести со мной дела, как раньше. Скажи ему, скажи Арниру, что я хочу получить то дерьмо. Какое дерьмо? Какое надо? Арнир мне должен кое-какую технику. Все лучшее, что есть в яме. Ну, может, лучше, это слишком смело сказано, но сделка была выгодная. Берсеркам техника не нужна, они ее выкидывают. Арнир получает осколки, которые ему нужны. И остается один вопрос. А что нужно тебе? Блять. Ну, давайте лучше сходим к Арниру, как бы, да? Мелкий кусака. Кусака, блядь. Сука, блядь, название, конечно, здоровское. Сходим. Ух ты, блядь. Это светильник. Сходим сейчас к Арниру. И, может быть, скажем ему, чтобы вел дела, как и раньше. Кстати, ребят, тут новость. Я вчера прочитал. Специально вычитал. Блять, это что за нахуй? Ну-ка, давайте попробуем. А тут быстрое сохранение есть? Есть, глядите-ка. Работает. Кстати, даже. По поводу... Я в какой-то серии говорил, в предыдущих. Пиранья Байтс. У Пиранья Байтс есть еще игры. Такие как... Блях, блять, нихуя себе. Да ты че нахуй? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, иди-ка сюда, нахуй. Ебать, он меня поебал, нахуй, как здорово. Молодой какой-то там врагоносец. Так вот. Возможно. К Новому году выйдет озвучка третьей части Ризена на русском языке полностью. Она сейчас есть как бы в бета-версии. Я ее даже послушал. Опять же, вчера. Ебать, мой хуй. Так, давай, бегом. Ну тебя, нахуй. Больно вы... Ах ты, блядь, ты, кто это сделал? Блядь, кто это такой? Молодой рогопёс, блядь. Рогопёс, блядь. Иди-ка сюда, нахуй, ты, рогоносец, блядь. Он тоже устает, да? Судя по всему, да. Так что есть шанс, что мы с вами к Новому году, может быть, чуть позже Нового года, увидим Risen 3 с новой озвучкой. Вернее, не с новой, а полностью на русском языке. Я бы очень хотел поиграть в эту игру, так как я проходил первые две части, и вот на третьей меня как бы смутило то, что она не на русском. А как мы знаем, на... Так, а где я? А, я здесь. Игры на английском языке, вот подобного рода, блядь, тяжело проходится. Тяжело в том плане, что слишком много читать надо. Да ты чё, сука? Кусака, блядь. Да иди ты нахуй. Мне сейчас съест, нахуй. Кусака это, блядь, ебаная. Будем ждать русскую озвучку. Кстати, я послушал, действительно, озвучка неплохая. Ее можно даже сейчас скачать. Но там игра не совсем полностью озвучена, некоторые диалоги пропущены как бы. Но играть можно даже сейчас, то есть без проблем. Кто хочет, скачайте, зацените. Может быть, даже в комментариях к этому видео расскажете, что да как. Я, честно сказать, подожду пока нормальной озвучки, чтобы вот так вот. Как вот мы с вами сейчас в Эликсе, блядь, проходим.
Я половину прочитать-то не успеваю. Ну, про себя бы я, конечно, бы успел прочитать, а вслух достаточно надо быстро уметь это делать. А я не совсем умею. Так что простите за некоторые упущенные фразы диалогов. Я думаю, это не очень страшно. Так, мы идем к Карниру. Нам надо что-нибудь съесть. Или же дождаться... Блять, у нас же тут телепорт был, ебаный мудак. Ну ладно, ничего страшного. Нам надо дождаться бы ночи. И для того, чтобы всякие лекарственные травы не использовать, мы бы с вами поспали. И здоровье-то у нас бы восстановилось тут же. Значит, Арнир знал, блядь, где этот изгой находится. Но, сука, почему-то не сказал нам. Может быть, обоссался чего-то, может быть, еще чего-то, непонятно. Сейчас мы с вами это выясним. Где ты, сука? Баба? Мадам? Вот он. Я нашел изгоя. Он мертв? Нет, я с ним поговорил. Поговорил? Зачем ты с ним говорил? Что он сказал? Он хочет, чтобы ты снова начал с ним торговать. Торговать? Чем торговать? О чем? О чем ты говоришь? Если бы я чем-то торговал, это было бы противозаконно. В смысле, мне бы крышка тогда. Насчет изгоя. Что? Что такое? Почему ты перестал с ним торговать? Я ни с кем не торговал. Торговать незаконно. Эликс технологии запрещены. Торговать без лицензии запрещено. Торговать с кем-то за пределами Голи это запрещено. И вообще, это все мусор ненужный был. Я ничего плохого не делал. А Ангрим проверял колебания Эликса в этом районе. Ага. Значит, что-то, блядь. Ёпты, блядь. У меня... У меня умений таких нету. Блять, у меня осколков-то нету, сука. Ай, блять, ебаный. А сколько у меня осколков-то вообще есть, интересно? 300... А, у меня осколки-то есть как раз. 354 эликсита. Эликсита, блять. Очки характеристик, блять, одно... А чё, я одно очко не использовал, что ли? Что-то непонятно. Хитрость. Хитрость, блядь. Повысить урон стрелкового оружия. Давайте вот это сделаем тогда. Применить. Уф, хорошо. Значит, давайте почитаем задание. Чё ещё здесь? Это что такое? Это Бигби. Бигби. А, ну мы только что у него были, у Бигби. Здесь Арнир. Арнир. Значится. Ага. Блять, может денег ему дать, что ли, действительно? Да? Или чё ли, блять, хуй знает, не знаю, чё пока. Так, Крони 4 поврежден. Эден. Нам бы какую-то, блядь, амуницию бы найти, вот еще бы. А то ходим в портках, блядь, каких-то охотничьих. И в майке, блядь. Ух ты, блядь, сколько тут. Альвар надо найти, блядь. Альвар очнулся где-то под крепостью. Давайте пойдемте в крепость тогда. Поищем Альвара, блядь. Где у нас телепорт-то, блядь? Эй! И Голи, вот это вход. А, вот. Руины отеля. Сходим в руины отеля. А, главное это самое. Против технологий они все, против технологий. Нихуя, он телепортом пользуется, блядь, и ничего. Так. Вторая стража. Карта. Альвар. Альвар, блядь. Погоди, погоди.
А, ёбаный мудак. Так, вот карта. Альвар недалеко здесь, как улик, вернее, Альвара. Вот, давайте сходим туда к Альвару. Она у нас желтеньким помечена, да ведь? Совершенно верно, помечено желтеньким. Сейчас мы добежим до Альвара. Спросим. Эй, чувак! Так, тут Кормак. Блять, надо бы... Опа, что такое? Флайер? Фу, блять, мне теперь скидка нахуй на дискотеку будет. 4 флайера получено. Вот, что здесь такое? Кружка какая-то, что ли? Кружка, блять. Взять кружку. И чё? Чё за нахуй? Ну вот улики. Какие тут улики-то, блядь? Тут нет нихуя. А, вяленое мясо. Блядь, тоже не улика. Стоять, стоять. Тут какая-то, может быть, подо мной? Там чё у нас внизу-то вообще есть? А там что-то есть, судя по всему. Сейчас я знаю, что надо сделать. Надо сохраниться. Здесь, а здесь что? Бля, я думал, змея, нахуй, нихуя себе. Погоди. Скарабкаться. Да не надо мне карабкаться-то, нахуй. Карабкаться не надо. Давай сейчас, знаете, что сделаем? Сохранимся и вниз спрыгнем. Сохранялочка. И прыгаем вниз. Блять, главное не пробел не забывать нажимать на, иначе пинда нам будет. А, вот какой-то лагерь есть. Типа это, наверное, тут Альвар был. Он, оно чё, Михалыч, блять, а? Ну-ка, ну-ка. А, крупный жевалист. Жополист крупный. Тут дрова. Какая-то канализация, видимо. Или вентиляция. Нет, наверное, все-таки канализация. Ну ладно, это хуйня. Вот он, сука. Альвар мертв? Да ну нахуй. Нихуя себе, что такое? Игрушечный динозаврик. Электронный хлам. А че ты сдох-то, блядь? Эй, чувак. Костер давайте сначала используем. Жареное мясо. 12 мяса у нас, да, пожарим мясо. Мясо всегда надо жарить, оно восстанавливает здоровье. Блять, ты чё сдох-то, сука? Мёртвая стража, блять. Бумага туалетная. Блять, вот это поворот, нахуй. Альвар сдох, нахуй. Хорошо. Конечно, ничего хорошего в этом нету, судя по всему. Ну вот тут, конечно, вот эта штука заебательская, вот этот самый. Как он нахуй? Наш ранец реактивный, блядь. Хоба! И все нахуй. Не надо оббегать 100 раз одно и то же место. Здесь нет ничего у нас в помойке-то? Нет. Слушайте, блядь, что тут это неожиданно, конечно, было, что Альвар-то мертв. Ну, давайте задание посмотрим. Посмотрим мы с вами задание. Так. Аргор. Аргор, да. Надо сказать кому-то, что ли, наверное, да? Это кто? А, Эльдор, да, мы же Эльдору. Эльдор нас послал выяснить-то. Где Альвар? Телепорт возьмем, потому что быстрее гораздо получится. Вернее, не возьмем телепорт, а используем телепорт. Кто, интересно, Альвара-то ебнул? Да прям какой-то детектив нахуй начинается, блядь. Может быть, его ёбнул как раз стражник второй, с которым он бухал? Вот, мне кажется, что случилось. Они, наверное, набухались до безумия и друг друга перебили, блядь. Эй, ты где, чувак? А куда ушел? А, вот же он, блядь, замаскировался, сука.
Я нашел Альвара. Замечательно. И как он объясняет, почему до сих пор не появился? Оправдание железное. Он мертв. Прошу прощения, я тебя просил привести его сюда, а не убивать. Я тут ни при чем, он сам. Обожрался? Прета? Препа? Придурок. Даже препы жрать нормально не научился. Что такое препа, блядь? Наркотик, что ли, какой? Я вижу, ты ему не сочувствуешь. Слушай, я считаю, тот ящер-высереж, который торгует этой дрянью, заслуживает смерти. Но вот то, что Альвар на нее подсел, меня это вымораживает напрочь. Придется мне рискнуть и самому сходить к Кормову. Надеюсь, меня не отправят в ссылку за то, что я бросил свой пост. Спасибо за помощь. Приятно, когда какой-то чокнутый бродяга, который я в первый раз вижу, обо мне беспокоится больше, чем мое же начальство. Держи эликсид. И нижайший поклон тебе от величайшего воина, которого тут приставили за всем районом следить. 200 опыта нам дали и денег, кстати. Хорошо. Блять, вот это же можно вспиздить, нахуй. Можно, но он, наверное, увидит. И нам будет пинда. Значит, задание мы выполнили. Мы потихоньку начинаем тут задание выполнять. Значит, что у нас еще осталось? Эликс. Калдрим. Калдрим рассказал мне, где нужно искать усыпальницу. А, да, Краль-то в усыпальницу уж съебался. Подлец, блядь. Старые счеты. Так. Рагнар не узнал меня и готов... Доверить мне задание. Хорошо. Угу. Поиск улик. Давайте-ка еще тут. Зуб за зуб. Боевой... Зуб за зуб. Вот, давайте, кстати, это сам походим. Вот по этим. Они, по-моему, далеко, кстати, находятся. Друг от друга-то, но нам все равно, как бы, блять, нихуя, да эх ты, блять, да ну нахуй, это больно, это слишком далеко, я бы сказал, на, хотя вот эти тут не очень далеко находятся, но, у нас нету ни снаряжения, ни оружия нормального. Компания отомщения. Так, отмщение, вернее. Калакс. Какую, блядь, задание-то взять тогда? Зуб за зуб не пойдет, слишком далеко. Эден. Но убивать мы это вот не будем. Бигби, блядь. Может быть. Вот это взять. Сука, сейчас, если что, придется любое брать, да и все нахуй. Ну, далеко, да. Согласен. Телепортов нет. Может быть, там телепорт какой-то есть. Здесь столько всего, блядь, находится. Мне бы какое-то оружие бы хотя бы взять, блядь. Или там, я не знаю, Калдрим, Аран, блядь. Может, к Арану сходить, нахуй. Блядь, может, к Арану сходим. У него... блядь, у него оружия-то нет никакого. Оружие, блядь. Мне надо оружие. Давайте мясо сожжем. Так, где у нас тут что есть? Ну, блядь, где у нас тут припасы? А вот еда. Самогон, консервы, вяленые. Жареное мясо у нас 15. Съели. Да, вроде потихоньку здоровье восстанавливается. Чуть, блядь, слишком медленно, конечно, но... Да ладно. Хоть так. Еще. Блядь, он уже съебался. Аран, ты куда, блядь? Или все-таки какое-то задание взять, что ли, блядь, а? А это что такое вот? Погоди.
Хакон хочет, чтобы я нашел отряд альбов. А, альбов надо ёбнуть. Точно, да. А Хакон вот это, короче... Он может, ну, обучить нас всяким там приемам. Да. Блять, заданий-то как бы много. А выбрать не из чего, ну, да? Сука. Задание в лесах Эдена. Ну что, так и придется, наверное, сейчас в лес идти. Да. Святилище маны. Может быть, сходить как раз... Давайте, блядь, сходим к этому королю, нахуй. Не знаю, где уж он находится. Может быть, недалеко. Ну, не совсем далеко, конечно. Ну, ладно, хуй с ним. Давайте, пойдемте. К королю, блядь. К крале. Я что предлагаю? Сейчас спрыгнуть в яму. И там понабирать всякой хуйни, которую запрещено брать, типа того. Все равно же она не нужна никому. Там вроде никто не проверяет. Сейчас главное только, когда спрыгивать будем, не ёбнуться, ну вот. Давайте разбегаемся и прыгаем со скалы. Хоба! Сука, это, блядь, было эпично. О, здоровье почти все восстановилось. Вот. Запас ментальной энергии взять. Да нам тут нахуй никому не нужен, ведь, да? Правильно. Противоядие. Вот это что такое валяется? Кусок серы. А сера нахуя нам? Сера, значит, у нас есть. Вот что-то еще лежит, кстати. Отбойный молоток. Нихуя себе, зачем он нам нужен? Стопэ. Это не оружие слишком... это самое... Не оружие, интересно. Тело, голова, шея. Ржавый топор. Оружие клирика, блядь. Ловкость и сила. А сколько к нему ловкости надо? Ловкость 50, а силы 35. Блин, ёб твою мать. Управление дроном. Ага. Нам пока управление дроном, наверное, не надо. Ладно. Отбойный молоток, да и хуй с ним. Взяли, да и взяли. Чё это? Датчик движения. Металлический хлам. Блядь, сколько тут всего валяется. Лексит. Противоядие. Сейчас тут надо повнимательнее все объявить. Вон еще что-то валяется. Еще эликсита кусок. Управление дроном. Еще одно. Какие-то моторы, блять. Двигателями. Так, тут что? Вон что-то еще какой-то... Что-то какой-то провод, что ли? Шланг или, блять? Не знаю. О, а, это цветочек. Цветуёчек. Взять. Золотой слиток, блядь. Противоядие. Да, нормально мы тут так подлатались. А, отбойный молоток, точно. У нас же есть отбойный молоток, ёбаный в рот. Нихуя себе, блядь. Получено 4 куска серы. Ну ладно. Так, нам, по-моему, туда. К желтенькой, да, метке? Это что такое? Калдрим. А, это задание обозначено. Да, это... К желтенькой метке, да. Оранжевый это калдрим. А может сходить к этому-то еще раз? К Бигби. Бигби! Надо попиздеть с ним. То, что тот не хочет. Только сохранимся, давайте, пожалуйста, блять. А то, мало ли, сейчас он нападет на нас. И мы пизды отхватим такой. Бей, можешь убить его? Давайте попробуем убить его, нахуй. То есть, если сюда явился, в эти дикие места, я думаю, что хороший ответ. Подумай башкой своей, твою мать. Помоги мне, денег получишь и в живых останешься. Хрен ли тебе помирать-то? Ты допустил ошибку. Не стоило мне угрожать. Вот я тебе покажу ошибку, блядь. Чё? Нет, он слишком мощный, по-моему, блядь. Мне кажется,
Сука, пизда нам нахуй. Загрузить. Быстрое сохранение. Нет, нам надо прокачивать нашего персонажа. Иначе по-другому никак. Это в готике в первой можно было там выебнуться на кого-то и забить. Ой, в первой, блядь. В третьей. А здесь, видимо, сделано под тип, как в Ризане. То есть надо сначала прокачать очень хорошо персонажа, прежде чем биться с кем-то. Что? Свинорыл, блядь. Иди нахуй отсюда. Не хочу с тобой драться, блядь. Свинорыл, блядь. Натуре нахуй. Сейчас мы с вами тут... Блядь, да ты охуел, что ли, нахуй? Ну-ка иди сюда. Вот. Бей его, нахуй. Да-да-да-да. Блядь, подвисла опять, сука. Да чё за нахуй с этой игрой-то, а? Да ты не его бей-то, блядь. Опять подвисла, да ебать тебя в рот, нахуй. Чё ж такое-то, нахуй? Какой-то баг, что ли, блядь? А, всё-таки... Сейчас мы его так замочим. Бля, гляди, замочили на. Сука, надо же, бля. Бигби мертв. Болт, эликсит, 45 эликсита. Значит, можно его убить-то, бля. Вот это что такое? Тут баллон просто газовый. Ну и хуй с ним. Убили. Хотя, может быть, он там нам потом бы пригодился. Грибок. Ну, не знаю. Ладно, убили, блядь. Хуй на него. Все равно этот просил его убить. И дела он с ним, этот Арнир, и дела никакие с ним не хотел вести. Так что... Так, вот такие закоулки надо всегда... Всегда проверять. Потому что тут всегда может быть что-то лежать. Полезное. Причем очень полезное, очень... Нужно. Только вот, блядь, он тех свинорылов надо обходить как-то, блядь, стороной. Не очень хочется с ними пока связываться, так как силёнок у нас немного, мягко говоря. Так, мы идем. Мы идем к этому. К кралю, да, точно. Краль, а там рядом. Блядь. Ну ты что, сука? Нам как-то выносливость надо, блядь, поднять. Но он очень быстро устает. Смотрите, три удара, мелкий гнилец. Три удара сделал, и все, пизда ему, нахуй. Надо мясо съесть. Мясо. Три куска мяса ебанем. Вот. Блять, какое умение силу повышает? То есть не сила, а выносливость. Может быть, силу как раз повышает? Ну-ка, давайте почитаем минуточку. Где у нас персонаж? Сила, блять. Стойкость, жизнь, энергия, доступ к предметам и способностям. Ловкость, урон. Интеллект. Интеллект это точно не оно. Мы сейчас четвертого уровня с вами. Давайте сохранимся. И, блядь. Сохранить. И, ребятки, серию продолжим в следующий раз. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Фокс Малдер. До новых встреч в эфире, блядь. Всем пока.